Ребята, всем здорово! То есть так мерятся профессионалы, вот все, кто здесь до этого был, у них другие треки музыкальные более. О, это крутые результаты. 132,5 справа должно быть. Максимально близко. Ребята, всем привет, доброго утра. Вот мы находимся в магазине Автокаста, у нас сегодня кубок Автокаста. Сегодня офигенный день, теплый, классный, то есть сентябрь, уже окончание сентября, вот солнышко выходит. И мы здесь готовимся, всей командой приехали в магазин, чтобы подготовиться. Мы все делаем, ну, как сказать, уже не первый год, вот. И в принципе все просто, все всем понятно, не надо ничего там рассказывать. Все пришли, каждый за что-то отвечает, и вот все вместе сейчас едем на площадку, соответственно. Поэтому сейчас мы с магазина перемещаемся на площадку. Участники уже заезжают, 50 машин заехало. Там на въезде стоят сотрудники ГИБДД. Они все улыбаются почему-то после заезда, ребята. Значит, там все отлично. Все, наверное, желают приятного дня. Вот вам протокол. 500 рублей за тонировку и отличного дня. Ребята заезжают, запускаем машины. Вот, осталось полчаса до заезда и начнем. Все, поехали дальше. Ехали, полгода назад выехали, потому что это Почта России, она все делает быстро. Ребята, всем здорово! Поднимите руки! Всех вас знаем, вы нас знаете. Сейчас будем как-то нестандартно начинать. Что надо делать? Скакалки умеете прыгать? Женька должен считать, сколько прыгнул. Мы сами будем считать, но Женька должен запоминать. Все, 30 секунд. Раз, два, три. Поехали. Thank you.
Все, поехали. У Ивана что-то тишина, Равкат точит. Иван тоже начал. О, прикольно. Так, так, так. Андрюха, ты почти что там сидишь. А? Все, офигенно. Артем с Андреем там. Все, крутяк, ребят, ну отличные резы. Че, волнуешься? А? Нормально, говорит, выпил 50 грамм и ништяк, да. Я как бы понимаю, тут как бы можно хоть 100 человек. А, тут тоже. А, тут битва пацанов. Короче, они потом встают, одевают перчатки и колбасятся друг с другом потом в итоге. Это у них такие фишки. Ну, клево, клево. Тоже интересно. 5, 4. Что-то тут лютое, наверное, за 165 ночи. Соблюдено? Да? Все соблюдено? Отлично. Ну все, ребят, движуха в разгаре. Сейчас давайте расскажем вам о партнерах. Пойдемте сюда. Здесь у нас компания Вюрт. Я сам уточню, что это такое. Ребята, давайте мы снимем видео, расскажите, что мы здесь делаем. Здесь у нас идет презентация продукции компании Вюрт. Так, правильно говорит Вюрт. Не Вюрт, не Вюрт, как сосиски челябинские. Не, ни в коем случае. Вюрт. Не надо будут сосиски и инструменты. Понял. Это разные разницы, как говорят в Одессе. Понял. Ого. И, понял. Соответственно, нас пригласил магазин «Бригадир». Да. Мы сегодня выставляем «Бригадир» продукты компании «Вюрт». У нас есть стимуляционный материальчик, который мы можем воспользоваться, да. Автомобильная химия по уходу, отлично, для салона, для кузова. Так, подожди, то есть смотри, первая это продукция «Вюрт», это химия. Направления, расскажи мне, какие направления идут. Первая химия, да. Для автосервисов в основном. Не только, это может и частный пользователь. Бытовая химия, может быть. Бытовая, но автосервисы, бытовая химия. Автомойки, я смотрю, автомойки, есть, да? Автомойки, да. Второе направление, это у нас автоэлектрика. Да. Дальше, но это не инструмент автоэлектрики. Да. Это расходный материал, да. Это инструмент автоэлектрики. Так. Здесь у нас слесарно-монтажный инструмент, огонь. Пожалуйста. Серега, как инструмент Милоки с Вюртом? Это разные вещи? Это разные вещи, да. У Милоки чисто на специализация на аккумуляторном инструменте. Так. Грубо говоря, эти как подожди, ну вот есть, они есть. Догоняющие. У них маленький ассортимент, но у них все качественное тоже.
бесщеточные двигатели там. Если взять Вюрт и Милуоки, что бы Вюпера выбрать? Примерно одинаково по, соответственно, по характеристикам и по качеству. Паяльник, парни, паяльник, аккумуляторный, пушка. Да, аккумуляторный, паяльник, аккумуляторный, фен технический. Круто, да. Тоже бомба вообще. Ребята, мы гоним, не надо задерживаться, мы на сцену. Посмотрели партнеров, Рубль попозже расскажет. Готов? Поехали. 145. Мы ждем цифру и близкую к ней. Мы с ним на что-то списали. Где ты не фиксируешь свой результат? Главное не перегрузить. .5 слева, 132.5 справа должно быть. Максимально близко. Вот Илья сразу зарядил темп и стараться его держать. Отлично, поехали. 132.5, Степки как-то в ту сторону, высоко. Вот так. Ну сейчас вот батыр сделал, что вот коробные цифры. Свое старье. А ты-то тоже не 20 килограмм весишь? Вот так тягаешь, как ведро. Тяжелый, он маленький, большой. Давай будем пробовать. Нет, Вань, я понимаю, что далековато, согласен. Но вот у Тёмыча, например, легкий, ну значит тебе надо было легкий динамик приготовить. То есть попал, значит остаешься, собираешь свое железо. Так, а? Ну попал, ты не попал, по-честному, да? Вау, ты попал только в его динамик, да. Следующий. Вау, нифига у тебя турная бомба была. Смотрите, если никто не попадет, надо будет всем перебросить, имейте в виду. Тут смысл тоже такой. Давай, Ванька, давай.
место, класс Шептун. Диплом, ребят, диплом в рамке. Можно поставить, кайфануть, Саня. И тебе вот такие вот рупора. Второе место, Казаков Андрей. Все, поздравляем, вот приз, вот кубок, все четко. Отлично. И Боков Кирилл, первое место, класс Шептун. Весельчаки, щелчок. Вы хотели первое место сделать куб, но решили вот Шептун. Второе место, Дубровин Сергей, в классе щелчок. И Мурашов Денис, класс щелчок, первое место. Все. Толстых Олег. Так, Рубцов Павел, второе место, класс Шум. Курята Евгений, первое место, Женьч. Все, Женьч, первое место, класс Шум. Все. А третье место в классе Бумба Трудинова, Екатерина. Катя, мы тебя ждем. Какая у тебя группа поддержки? Катя, держи, пожалуйста. Брутухин Иван, второе место, класс Бумб. Ребята, с Кирова прикатили, представляете, с Кирова, друзья. И первое место, Покровский Дмитрий. Классика Forever, Леха, блин. Только в этом году начал. Куда загонять, молодец, поздравляем тебя. Гарипов Александр, второе место, класс Гром. Максимальный, без лимит, анлимит и так далее. И Поточин Илья, первое место, который всех радует косухой. Здесь у нас. В классе студент, третье место, Дубровин Сергей. Серега, ну, кубок будешь Шептун. Я думаю, заклеишь на третье, если что. Ладно, это тоже нормально. Ребята, второе место, Пашнин Андрей. И прямо это, Визера, красавчик. Поздравляем. И первое место, класс Шептун Мурашов Денис. Пятерку, призы, фотография. Зянин Сергей. Сережа, поздравляем тебя. Так, ждешь для фотки всех. Павлов Алексей. Второе место, класс менеджер. Алексей из Москвы. Самый первый был на площадке. Красавчик. И первое место, Иванов Дима. Жахнул, да, но ты красава. Поздравляем тебя, супер. Занимает у нас места, призы и так далее. Это хорошо. Поздравляем тебя. Удержишь? Нормально. Все четко. Будь здесь, не убегай. Рогожин Дмитрий, второе место. Димчик, тебя поздравляю. Молодец, давай уже. Лиза, убирай, качайся, качайся. Реально, Дима, красава просто. И Казаков Побур, первое место. Безлимитный парень, жаховое стекло. Держи. Дубровин Сергей, третье место. Она такой посмотрела, ага. Так, Иванов Константин, второе место, класс усталый. Проходи, да, отлично, поздравляю. И Устинов Степан, первое место. Поздравляем. Леха, что кепку-то не снял, ты до этого снял? То есть у тебя разные фотки будут, красавчик. Отлично. Все супер. Батутин Илья, второе место, класс бодрый. И первое место Расчетаев Александр. Все, это был самый мощный класс. Они как раз с Сережкой бились, да. И это заслуженная мощная победа. Каритонов Сергей, второе место, класс трезвый. Поздравляем. И первое место Зинин Андрей. Это был самый меткий чувак. Все, поздравляем тебя, Андрюх, забирай призы.